Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Dying Light, продолжаем проходить эту игру. Так, это мирный, не мирный? Ну, в принципе, мы продолжаем проходить эту игру, и в предыдущей серии мы пробрались через канализации в сектор 0, и сейчас, ребят, мы находимся в каком-то новом городе. Сейчас нам нужно добраться нафиг к этой вышке, башням большим. В принципе, долго мы туда будем добираться, мне так кажется. Там еще нас и запалили, класс. Сейчас мы этого допинаем. Еще один нафиг. Падай туда, зараза. Ага, а сейчас что? Ага, вот. Вот ты хитрый. В этом городе, как я понял, много дверей, которые открывать можно. То есть, чтобы, знаете, получать вот эти новые... Ну, в смысле, чтобы добираться к ящикам, сундукам. Много вещей всяких можно тут добывать. О, статуэтка еще новая. Так, это что? Орешки можно скушать. Опа, запалили нас. Но все же, ладно, давай сюда. Так, я надеюсь, мы уже близко, да. Сейчас нам нужно туда забираться, я не знаю, долго ли нам вот это делать. Безопасная зона разблокирована, то есть мы уже туда. Так, отлично, сюда забрались, сейчас. Сейчас, сейчас, ребята, просто нужно смотреть, чтобы не упасть, да? Сейчас сюда, сейчас. А тут уже просто наверх, да, вот так. Hey, you're Crane, right? Ага. Yeah, that's me. Crane, it's a pleasure, mate. I'm Savvy. Need anything technical? I'm your man. Almost rigged a way to break through the comm jamming. Come on, say hello to Troy. Troy? Hey, I'm Kyle Crane. It's good to finally put a face with the voice. Чё, у неё там шрам? Или что? You're looking for Jade Aldenier, aren't you? Какая, yeah, да? Have you seen her? I mean, you know where she is? Jade, this is Troy. Do you copy? Go ahead, Troy. Jade, hey, it's Crane. Now, I know you're headed for Dr. Camden, but his clinic's surrounded by zombies and Rise's thugs, so just let me come and help you. Crane, stay away from me. I hear your voice, and all I can see is my brother. Please, just hear me out, okay? Like, the thing is... The GRE hired me, right? I was supposed to find out where Rise sent this classified file, but that doesn't matter anymore because the ministry contacted me. Jade, they were going to firebomb the city, but I talked them into waiting because they want that research that you're carrying. Now we need to figure out some way to let them know that we've got it. Bastard. Bastard. Jade? You bastard! Jade! Damn it. Crane. The last time I spoke to her, she was at the university. It's due east from here. If what you just said is even a little bit true, you will have to find her. Ух. Ладно. 5000 опыта. Мы можем что-то изучить новое. Я хочу 12 уровень, чтобы себе кошку изучить. Так мы вообще отсюда притянулись на другой конец города и все. Не, ну в принципе это не так, конечно, но все же. И так быстро. Water, вода, да? Нам нужно туда. О. Пожалуйста, попади. О, замечательно. Сейчас. По крышам, это такой большой город, знаете, где, в принципе, только по крышам нужно и бегать. Потому что, если спустишься, то потом час забираться обратно. Так, что тут есть классного? Какие-то новые вещички. Опять вот это открывать, это, в принципе, долго. Хотя, как долго? Во, уже. Смотри, какой замок, нормально, трудно или еще что-то. Драгоценности, да? В этом городе, как я заметил, много драгоценностей, которые, в принципе, можно собрать, да, и потом продать. Металлические детали, гвозди, силовой... Нормально. Так, отлично. Это все собрали, побежали дальше. Быстренько.
Так, сюда мы не можем выбраться, значит опять сюда. Сейчас, ребята, куда нам нужно? Нам нужно, в принципе, далеко, как я понял. Опа. А давайте зачистим. То есть лишняя зона не помешает нам в этом городе, в принципе. Мы тут новенькие, поэтому... Copy. What is it, Troy? Savvy has an idea how to break through the radio jamming and contact the outside world. He'll be working on that while you're busy looking for Jade. That's fantastic. Let's hope he's onto something. I'll be in touch. And if I may make a suggestion, avoid the infected if you can, okay? They've always been dangerous. But now, they're mutating into something even more deadly. То есть они превращаются, да, в какие-то еще более... Более-более какие-то зомби, да? Ладно. Да ты что, издеваешься нахрен? Ух, нифига себе. Сейчас вот этих быстренько убить, чтобы расчистить эту зону. Ну иди ты сюда, или сейчас мы тебя еще столкнем, еще лучше. Сейчас, ребят, отремонтируем. Все, тебя мы убили, да? Тебя мы тоже убили, но там еще внутри куча. Убили. Убили. Так, тут никого, да? Значит, тут кто-то. Походу. Но мне так кажется. Да твою, вот это иногда эти замки иногда уже надоедают. Во. Так, отлично. Сейчас, что нам нужно? Ага. Двери забаррикадировать нахрен. Так, и сейчас. Ага. Все, наша зона. Ага, нет, там еще один. Да иди ты нафиг. Так, отлично. Сколько там времени? 8 часов утра. Ну, в принципе, не так уж и много еще, поэтому. Поэтому еще не нужно идти спать. Так, отлично. Дальше. Фу, немного далеко нам бежать придется, но все же. Замечательно. Ух ты. Прыгнули прямо в центр этих всех зомбарей нафиг. Быстренько беги, беги, беги. А сейчас. Ай! Там еще и зомбарь так классно припарковался нафиг наверху. Нас ожидает. А, ну все, мы его уже убили. Так, ладно, сейчас куда? Куда нам? Ага, вижу. Фу, побежали. Hey, buddy. Have you seen a woman named Jade Aldemir? She's got long dark hair, she's tough as nails. Yeah, she was talking to... What's his name over there? Thanks. А он сказал, какое имя? Разговаривал с тем, какое его имя, и затих. Jade? Jade, are you here? Ты в библиотеке, чувак, тихо, или что это? Who are you? What do you want? No sign of Jade. Hey, 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 can you help me? I'm looking for a young woman, dark hair, petite, takes no shit from anyone. Her name's Jade Aldemir. Yes, she was here. You didn't miss her by too much. She waited around for a while with a big scowl on her face, and then took off. God damn it! Did she say where she was going? No. But you're Crane, right? She left this for you. It's a mirror. Why would she have left me this? Well, I can't say for certain. But she did ask me to tell you, not again. Don't know what that's supposed to mean. Hey. Yeah? You ever use a rifle out there? If you do, that guy... Ладно, это уже не важно. Ну, в смысле, не то, что не важно. Так, ладно, нам... Это что тут? Поменяйтесь.
Это можно купить. Продать что-то можно. Кофе, сигареты. Отлично. Что мы можем купить, ребята? Пистолет. Ну, это уже такое. То есть, это уже более не нужно. Ну что, выбираемся отсюда. Нам нужно бежать куда-то. Jade, this is Quain. Do you copy? Jade, can you hear me? Troy, this is Quain. Do you copy? Quain, I was just about to contact you. Savvy broke through the jamming, and I think you better get back here. You have to see this. Нам опять сюда возвращаться? Чё, издеваешься нахрен? Вы издеваетесь, походу, реально. Только выбежишь... Твою мать. Так и реально покакаться можно. Я реально чуть не офигел, когда мы провалились через крышу. Так, ладно, ребят, потопали мы быстренько побежали. Допрыгнем? Допрыгнем. Опа, повышение уровня ловкости. Замечательно. Ну, в принципе, да, смотрите, сколько мы прыгаем. Ух, истребители все чаще и чаще. А тут много ловкости повышается, потому что это такой город, знаете, где только дома, большие крыши, вот это все. Нам, походу, опять туда забираться. Так, ну вот мы и тут, да. No matter how many times I watch it, I still can't believe it. Set off fires in a pattern, something the zombies could never do. Trouble is, we got the runner, Michael, over to the right building, but he can't get through to the top floors. Too many biters. As much as I hate to admit it, none of the rest of us are strong enough to do this job. Well, we've got to do something right fucking now, or you, me, Jade, and everybody else are gonna get blown to bits. I tell Michael I'm on my way, and while I'm doing that, can you get in touch with Jade? Try to get her to meet me. You have my word. You have my word. Короче, ребята, что там показывали? Чувак, не сейчас. Да. Что там показывали? О! Сейчас, перед тем, как я скажу, что там показывали. Ребята, мы можем кошку изучить! Замечательно. Вы можете забрать награду из тайника в убежище и получить ее у кладовщика. Ага. Так, и что там еще мы... можем. Реакция. Мгновенный побег. Позволяет мгновенно освободиться. Во! Бомба в прыжке. Удар в прыжке наносит... Вот это давайте сначала. Что там рассказывали? Во-первых, там было одно видео, где показывали, что вот это министерство вот этих дел, да, то есть, на которых мы работаем, короче, предало, и они не хотят вот эту вакцину... Точнее, они не хотят ничего с ней делать, они хотят просто ее продать другим и забрать кучу бабла. Они не хотят спасать мир или что-то такое. Это во-первых. А во-вторых, то, что были там вот эти фигни, как его? Сейчас, ребята, мне бы найти место, где можно в тайник пойти. Хрен его знает. Наверное, сейчас мы просто в убежище какое-то побежим, да и все. Ладно, давайте допустим... Да, вот сюда, да и все, вот. А что там еще было, ребята? Было то, что говорили о том, что там спасся последний человек с зоны карантина. То есть вот сейчас, где мы находимся. И говорили, что военные обошли все, что там было, всю зону карантина. И короче, и не нашли выживших людей. То есть уже там никого нету, и все. И министерство хочет... Разбомбить этот город с помощью бомбы, да и все. И то есть, знаете, уже врут, потому что говорят, что все обошли весь город и не нашли выживших, там только зомби остались. А тут еще полно выживших. И то есть они врут и сейчас хотят уничтожить вот этот город уже, как бы. Умник. Вот реально умник. Кто это вообще, что он хочет? Ладно, давайте еще быстренько это откроем. Так. Огненное лицо. Встретьтесь с Майклом. Нам нужно туда, да? Ух ты! Ух ты! Смотрите, ребят, какой способ передвижения мы нашли, нафиг. Только, а дальше куда?
Ага, дальше вот сюда. А дальше вот сюда. А, я бегу домой для того, чтобы забрать свою кошку с тайника, где он там находится. Потому что кошка — это круто, мы сможем еще намного быстрее передвигаться. Так. То есть мы сможем практически летать, можно и так сказать. Но для этого ее нужно забрать. А где она находится? Она где-то вот там находится, да? Да, вот тут. Вход в безопасную зону. Так. Пуститься в канализацию. Нет. А где? Мы вообще тут нафиг? А чё я сюда пришел? А нафига мне в канализацию спускаться? Чё-то я не понял. А где тайник? Хрень какая-то. Ладно, давайте еще вот сюда пробежимся быстренько. А, я понял, канализация. Мы не туда просто пробежали. Это та канализация, знаете, откуда мы пришли. То есть это то место, откуда мы пришли с другого города. Это вот какая канализация. Хорошо, что туда не спустился, потому что опять бы нужно было... Ай! Опять бы нужно было выбираться оттуда. Не, ну паркур тут реально классный. То есть много чего можно делать. Так. Ребята, просто туда быстренько бегу для того, чтобы забрать свою кошку. Фу. Как бы туда пробраться? Ага, вот как. Нет, не падай! Твою мать, я... Самая нелепая смерть, это когда ты бежишь там, где можно перебежать, и просто куда-то в бок отступаешь и умираешь. Охренеть просто. А зато мы, в принципе, тут и очутились, это круто. Только... Только где? Вот тут, да, походу? А вот, в принципе, мы тут и оказались. Так, ладно. О, паркурщик, разведчик, выживший. Не хочу я выжившего, пускай будет паркурщик. Хранилище. Пожалуйста, скажите, что она тут. Кошка. Вот. Ага, я что-то вообще не там смотрю. А, что можно выкинуть? Самый маленький урон у кого? Самый-самый-самый маленький урон. Фермерский серп. Изменено. Давайте вот это. Сколько? В принципе, да, вот тут. А еще у нас остались? Нет. Да как нет свободной ячейки нафиг? Вот. Замечательно. Вот, сейчас есть. А сейчас, а как это поставить, кошка? Ага. Вот она. Ага. А ну давайте, ребята, проэкспериментируем, что это такое. И как вообще ей... В безопасной зоне, ага. Сейчас посмотрим, как ей вообще пользоваться. Ну не скажите, что это не круто, да? Мы сможем притягиваться куда нам угодно. В смысле... Конечно, радиус небольшой, но все же. А, так, тут даже есть перезарядка. Ну, в принципе, это даже круто, потому что если бы не было перезарядки, то тогда уже даже бы паркура не нужно было бы. Просто, знаете, вот делали вот это, да и все. То есть притягивались и больше бы ничего не делали. Вот как зомби нужно убивать. Ну, по сути дела, так действительно еще намного быстрее. Вот. Пуп, взял, притянулся, да и все. Я вообще правильно бегу? По идее, да. Нам бы туда. Во. Вот это круто. Так, быстренько. Забирайся, чувак. Че ты тупишь? Опа, сюда. Сейчас, куда бы нам побежать? Ага, ну я, в принципе, вижу, куда нам нужно, да? Побежали туда. Главное опять не упасть. Опа. Действительно быстро, очень быстро. Так еще намного быстрее передвигаться, перебираться через город и вообще. Так. Быстренько. Куда нам нужно? Сейчас.
Вот давайте, опа, и скоротили себе путь. Фу, сейчас, я вижу на карте, нам куда-то вот туда, что ли, нужно. А если на машину прыгнуть, урон немного уменьшится? А зачем прыгать, если можно вот так сделать? Да и все, да? Фу, но только вот тут вот эти прыгуны нафиг. Вот этот бьяд, вот этот, это вообще бесячее, если честно. Убили? Нет, не убили нафиг. Ух, нахрен. Чё я буду париться, твою мать, а? Замечательно. Чё-то вообще взорвалось, какая-то бочка сзади. И как назло мы... Это чё? Вы чё, нахрен издеваетесь? Чё это? Какой это нахрен спаун? Спаун на краю крыши. Я не успел куда-то вступить, уже сразу упал в воду. И сейчас мы тут заспаунились. Да идите вы в жопу, а. Ну, мы опять тут. А чё мы будем париться нафиг, если можно их быстренько перестрелять, да и все. Ну, конечно, там бесячие на нас нападут. Даже много. На тебя, а? Зато все, мы вроде всех перебили. Сейчас быстренько топаем сюда. А сейчас куда? Фух, зато все, бесячие уже нас не достанут, походу. Так, сейчас в канализации опять. Спуститься в канализацию. Опять канализация. Не хочу я канализации. Нет. Так, ладно, уже вот это оружие доносить нужно. Хотя, в принципе, это тоже классное. Прикольное. А найдите Майкла. А, вы что, издеваетесь нахрен, сколько их тут? Но зато хотя бы уровень поднимем. Уровень тут нормальный поднимается. То есть 200 опыта за одного убитого зомби, в принципе, нормальный. На тебе, паскуда. А, так там и так сюда нужно. То есть и так, даже если бы мы их не убивали, и так бы нам сюда нужно было. Но ладно. То есть нам Майкла нужно в этой нафиг канализации найти, да? Только не оживай. А то вдруг они еще надумали сделать и такое. То есть нам сюда, да? Я надеюсь. Что это было? А кто это кинул? Что это вообще было, я не понял. Взрывной. Но зато он сам всех убил. Ща, ребята. Ща. Мы их всех прикончим быстренько. Во, замечательно. Побежать. Кто-то жив еще, нет? Это кто раскидал? Это, походу, Майкл, когда бежал, раскидал. Ага, то есть это через туннель мы пробрались в... вот в это здание, да? Опять? Он, походу, превращается потихонечку. Хотя как потихонечку? Даже не потихонечку. Он почти уже. Jesus, you almost gave me a heart attack. I didn't mean to scare you, Michael. Okay, okay. Troy said you're on your way. God,
I'm glad she didn't see me jump like that. She'd never take me seriously. Got a little crush, huh? How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. Wait, so you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee, okay? Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. I tried to finish the job, but I couldn't get past the ninth floor. All right, leave it to me. What needs to happen is you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments. Well, that'll make a pattern, huh? One nobody outside Haran could mistake as random. If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed. Now, if you're ready, your first stop is on the 10th floor. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем. Нашли мы Майкла. Серия, в принципе, я не знаю, большая-небольшая, но все же давайте на этом заканчиваем, ребята. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я также могу сказать спасибо вам за поддержку. Я это очень ценю. И, в принципе, ребята... так, тут еще что-то будет, не будет. Давайте уже на этом заканчиваем, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи. Не забываем ставить лайки, если вы хотите еще серии по этой игре Dying Light, чтобы мы ее дальше проходили. Всем за просмотр, всем удачи. И всем пока.